Всем огромный привет, друзья. Приехали в Старые Кадаки. Есть такой, ну или поселок маленький возле Днепра. Смотрите, тут такой карьер классный. Люди купаются. Забыла Юля в машине камеру. Мы машину там поставили, видите? Хотел снять на камеру, чтобы побольше обзор был. Но придется на телефон снимать. Тут есть фортеца. Сейчас мы будем ехать смотреть, ехать идти. О. Я еще одел белые кроссовки духовного счастья. Бачите? В такой пылюке. Видно, жгли здесь траву, потому что видите, сколько такие как холмы здесь. Такой запах шашлыка стоит. Мы не знали, что здесь есть такая красота. Смотрите, как красиво. Класс. Ну, конечно, там такой завод портит этот весь фон. Ну, ничего. Ну, красиво. Пойду посмотрю. Что там Юля Самвел? Пішли фортецю дивиться. Смотрите. Частные дома. Ну шо, Юль, где твоя фортеця? А ты шо, їш? Нельзя, ты шо? Юля. Це волчі? Що це за ягоди? Не знаю. Я з'їла. Це жовтенький, що це за? Може це? А це не обліпіха ось це? Ой, убери, 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 быстро, дивись, якийсь комар. Все, я вже забрав. Що, і тікає, що? Да. Це з помощі багато. Видишь, куда надо на шашлык ездить? Какая красота. Да? Вообще можно было. Тогда на день рождения Самвела могли сюда поехать. Да. Взять с собой что-то перекусить. Купальники. Купаться, отдыхать, лечь в тенечке, наслаждаться красотой. Правильно? Конечно. Вот как люди отдыхают. А где фортеця, Юля? Где она? А? Надо вот туда пойти. Ну, Коль, я тут первый раз, я тебя не знаю. Вон какой-то монумент стоит. Может, раньше она здесь была, на этом месте, поэтому так называют. А сейчас ее нету. Как красиво, да? Я и не знал, что такая красота здесь. Красиво очень, да. Да, отдыхать тут вообще классно. Он небольшой, да, этот карьер? Вода чистая. Такой, да, маленький. Он, смотри, вот там еще классно. Тут спуск есть. Где куда-то. Скалы. Давайте пойдем туда дальше. Давайте спустимся здесь, может быть. Ну, давайте. Тут спуск есть. Или можем пойти поверху, Самвел. Осторожно, ой, смотри. Крутой спуск. Слышишь? Ты ж потом не вылезешь оттуда. Пошли поверху пойдем, Самвел. Там и прыгать можно, смотри. Класс. И он дороги, да, можно заезжать машиной, если он, наверное, как-то с той стороны заезжает сюда, видишь? Угу. И мы могли так же. Такой. На этом месте Богдан Хмельницкий взяли преступную польскую крепость Кадак. 4 апреля 1648 года. Крепости уже нема, бачите? Только памятник остался. Люди живут. Сиреньку, сирени. Уже сирени нету. Уже цвела сиренюшка. Что-то лазит тут. Кто тут? Кто здесь? Слышите, что-то полезло. А ну выходи оттуда. Что-то крупное. Что-то лазит, а что непонятно.
слышать. Оно внутри. Тьфу, птичка какая-то была. Хорошо, да ладно. Красиво, да? Скажите, какая красота? И не скажешь, что у нас в Днепре есть такое место. О, мы сразу после карьера приехали домой. И потом поехали на... Или в, лучше, Кирилловку. Приехали мы в гостиницу, которая называется Gulfstream. Такой вот интернетик здесь есть на 3 дня Wi-Fi, который стоит 30 гривен. Тут код есть, стираете. Вот, тут два этажа, такие деревянные, как коттеджи. Где-то стол, телек есть, вешалка. Даже есть такая классная штука, которая называется мухобойка. Можно кого-то отшлёпать на ней. Вот. Есть диван, который расслаживается. То есть тут получается полноценный двухспальный. Кухня, электроплита, мойка, тумбочки, чайник, холодильник, который, надеюсь, работает. Кондиционер Haier. Вот такой вот туалетик деревянный. Раз, два, три, четвертое полотенце, сушка для волос, мыло, тазик спрятанный и умывальник, который вот так вот ходит. Чего он так ходит, не знаю. Хорошая туалетная бумага. Такая, видите? То есть не такая Советского Союза. И видно, что на бумаге не экономят. Два рулона. И вот тут еще внизу унитаз. В каком состоянии подаемся? Вроде более-менее нормальный, чистенький душ. Еще одно полотенце. Такой душ. А как он открывается? А, вот так вот, видите? Тоже чистенький такой. Конечно, непонятная технология. Вот это что на вагонку? Стекло. Ну, я не знаю, в этом не понимаю. Ну, как-то бойлер стоит. Ну, такой вот обычный, видите, потолок сделали из таких вот квадратных плит белых. И второй этаж. Второй этаж получается вот такая вот лесенка крутая, металлическая. Вот окно на втором этаже. Ветер. На улице ветер, я со вспышкой. И немножко не видно. Ну, на втором этаже бассейн. Я завтра вам более детально покажу, когда мы уже проснемся. Будем мы здесь до завтрашнего дня. И завтра вечером уедем. На втором этаже вот такая вот двухспальная кровать. Также есть полотенечко, подушки, тумбочки, светильники. Еще одна тумба, зеркало. Правда, здесь не хватает мне еще одного телевизора. Потому что, ну, как бы два. Должен быть еще один телевизор, да? Я так думаю. Вот туалет, тут душа нету, туалет, туалетная бумага, мыло, зеркало висит, крючочки. Но здесь полотенце не висит, а просто стоит тут на кровати. То есть можно потом повесить себе еще одно окно. Такие массивные, видите, против солнца. Сетки от комаров. И выход на балкон. Балкон сделан из дерева. О, видите, какой ветер на улице. Мы находимся прямо возле самого моря. То есть за вот этими деревянными коттеджами море получается. Там внизу где-то Самвел с Юлей должны сидеть. Не видно. Наших соседей тоже не видно. Такое, знаете, вроде хорошо, но прохладно здесь. Ветер такой. Не знаю, как люди вот так вот отдыхают. Я не любитель моря, я вам сразу скажу. Море это не мое. Я больше люблю бассейн. Вот такую пресную воду. Море я не люблю. Такое, знаете, деревянная вагоночка. Ну, так все ходит. Рассчитано на сезон. Лежаки он есть. Магазинчик здесь тоже есть. Посмотрим, что завтра будет. Будет ли ветер, потому что... Вот. Катя говорила, что прошел дождь. Катя, кстати, привет тебе огромное. Это Катя, которая делает торты на заказ. Вот, нам тоже сейчас на отдыхе. Я тоже где-то здесь на косе. Тут иду босиком по лестнице. Так что вот так вот. Знаете, еще, что я вам хотела сказать. Если вы будете ехать вспышка
сюда, на эту косу, то запасайтесь баллончиком от комаров или какими-то средствами, потому что комаров очень много, и они реально злобные, и они кусают. Вот. Здесь на территории их нету, они говорят, что у них какие-то специальные штуки для комаров, если я не знаю, правда ли это или ложь. Вот веник, поэтому обязательно берите, потому что комаров здесь очень много. Завтра посмотрим, чистое здесь ли море. Вот. И есть ли большая разница между Кирилловкой и здесь на косой, потому что мы завтра обязательно поедем еще в Кирилловку, все посмотрим. То есть до вечера, а потом вечером вернемся обратно. Так что всем вам хорошего настроения. Хорошего вам вечера. Сейчас я, Юля, приду и я что-то. Здрасте. Что это? Мухобойка. Это чтоб шлепать ночных бабочек. Ой, еще за что так-то. И ты, что ты кривишь лице? Что ты кривишь лице? Слово одни эмоции. У нас слово одни эмоции. Не слово одни эмоции. Бежи в Кирилловку пешком. Ну, вместе пришли. Это Юля с Самвелом наверху будут там спать. Я буду здесь на двух спальням. Я буду в Кирилловке за 530. Все. Удачи вам, хорошего вам вечера. Надеюсь, что Самвел отдых не испортит. Пока.